Нас память всех заставляет жить, бороться за тех, кого мы любим, не опускать свои руки только ради того, чтобы люди жили дальше. Это труд, который вы делаете каждый божий день. И, конечно же, все мы хотим, чтобы те люди, которых мы любили, они сейчас были рядом. Мы где-то в мечтах не хотим вспоминать их смех, а его случай. Время будет идти, и важно, что они живы в нашем сердце. Они живы в сердце Бога. И важно, что церковь демонстрирует и показывает любой Бог к нам тем, что она стоит рядом с нами. Независимо от того, где мы работаем, кем мы являемся. Независимо от того, какая у нас болезнь и как мы будем жить дальше. Двери Бога и сердце Бога всегда открыты для любого человека. И в дни памяти о людях, которых мы уже потеряли, которых мы не вернем, мы должны на этой памяти себе дать обещание, что мы никогда не остановимся в борьбе за жизнь каждой души, которая имеет право жить в нашей стране. Тех людей, которых мы еще видим, чтобы мы их в следующем году не вспоминали, а видели, сидели с ним за столом, с этими людьми, смеялись, переписывались и знали, что они всегда будут жить. И пусть эта любовь к ним будет нашим обязательством перед Богом, что мы эпидемию СПИДа победили.